Всем привет! Сегодня поговорим о проекте S-Game Pro. S-Game Pro – это игровой агрегатор, где будут доступны все крупные видеоигры для смартфонов. И те люди, которые будут играть в эти крутые игры, будут еще и получать за это деньги, которые будет выплачивать внутренняя криптовалюта проекта. Эту криптовалюту потом можно будет либо потратить на покупку различных товаров, продающихся в магазине платформы, в интернет-магазинах разработчиков игр, либо обменять на реальные деньги. Также за эти монеты можно будет приобрести необходимый инвентарь и артефакт для более быстрого прокачивания своих игровых персонажей. Как это работает? Для того, чтобы начать получать вознаграждение, пользователь должен зарегистрироваться на проекте и принимать участие в игровых турнирах. Чтобы быть допущенным к участию в турнире, необходимо совершать денежный взнос. Из этих взносов формируется пул наград. Также можно принять участие не в турнире, а в так называемой схватке один на один, то есть играть с одним конкретно взятым оппонентом. В конце игры, после того, как будет определен победитель, ему начислится 90% этой суммы, собравшейся в пуле наград. Оставшиеся 10% переходят в собственность платформы S-Game Pro. И создается данная игры с пропорцией 50 на 50. Таким образом будет финансироваться развитие проекта и создаваться стимул для геймеров-девелоперов, чтобы они улучшили свои существующие творения и создавали новые. Подобная схема далеко не нова, и она уже очень хорошо зарекомендовала себя на многих проектах, таких как, например, Poker Stars, капитализация которого давно уже превысила 1 миллиард долларов. А с учетом того, что современные мобильные устройства практически уже ничем не отличаются по мощности от компьютеров, и они продолжают развиваться и в технологическом плане и дальше, то теперь игрокам мобильных приложений стали доступны не только примитивные карточные игры, но и довольно ресурсоемкие шутеры и стратегические игры со сложным геймплеем. Поэтому платформа S-Game Pro, по сути, будет доступна любому пользователю любого мобильного устройства, который сможет выбрать себе игру в соответствии с мощностью своего устройства. Далее, хотелось бы поговорить с вами о токене проекта и о дорожной карте. Дорожная карта данного проекта рассчитана на стратегическую перспективу до марта 2019 года. Команда данного проекта вы можете видеть здесь. С каждым из членов вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке на его страничку в LinkedIn и увидеть его профессиональные достижения и его карьеру. Сам токен будет называться SGM, работать будет на блокчейне Ethereum, протокол ERC-20. Всего будет выпущено 350 миллионов токенов. На продажу будет выпущено 140 миллионов токенов. Далее хотел бы поговорить о рейтинге на ICO Bench. На ICO Bench рейтинг составляет 3.1 при одной экспертной оценке. Ждем дальнейших оценок, как говорится. Вот, в общем-то, и все. Чтобы подробнее ознакомиться с данным проектом, переходите по ссылке, которую я оставлю в описании. Там будет несколько ссылок на данный сайт, на white paper, на их социальные сети. Всем спасибо за просмотр. До свидания.